Сегодня все команды прибыли успешно. Прибыли 76 участников. Предусмотрены все возможности для проживания детей на период Олимпиады в Алатауской области, в городе Жезказган. Олимпиада будет проходить в два этапа. Первый этап – это теоретический тур, второй этап – практический тур. Я первый раз здесь, в Жезказгане, и мне очень нравится. У вас очень красиво, очень люди очень классные все, и очень дружные все. И меня очень красиво и хорошо приняли, так я очень рада здесь быть. И я всем желаю успеха, всем студентам, чтобы всем очень хорошо повезло. Думаю, что все и участники, и организаторы будут довольны. Олимпиаду, в отличие от предыдущих лет, делали на 5 часов. Это для того, чтобы победители потом могут продолжать участвовать на Менделеевских и на мировых олимпиадах, где тоже длительность олимпиады 5 астрономических часов, чтобы они готовились психологически. Ждем новых звезд, новых победителей. Участники Олимпиады смогут посетить музей, дом-музей академика Сатпаева, где жил, работал долгие годы в поселке Карсахпай. В поселке Жезды горно-металлургический музей посетят. В городе Жезказган историко-краеведческий музей, производственный музей корпорации «Казахмыс», а также посетят театр имени Кожамкулова. Очень рад, что вот Сатпаев университет оказался в этом городе, в этой школе, которая одноименная Каныша Амантаевича Сатпаева. Очень приятно, что мы прибыли вот на Олимпиаду. Очень приятно, что в детях есть желание участвовать в таких мероприятиях. Видно, что в глазах детей горят искры. Очень отрадно, что есть такое желание у детей. И Сатпаев университет, в свою очередь, мы предоставляем для 3 обладателей призовых мест 3 гранта университета. Этот грант позволяет ребенку обучаться на бесплатной основе в течение всего учебного периода. Сегодня уже у нас будет финальный день, сегодня идет подсчет баллов. Желаю всем успехов, удачи. Олимпиаданың басталуы негізі 2017 жылдан болған. 2017-18 жылдар өткізіліп, одан пандемия кезінде онлайн өткізілді. Кейінгі соңғы 2022 жылы ол олимпиада өткізілмей қалды. Себебі Алатау облысы Қарағанды облысынан бөлініп жатқандықтан бұл олимпиада сол жалғасын таппай қалды. Биылғы жылы Қазақмыс корпорациясының қолдауымен және Алатау қорының қолдауының арқасында осы қайтадан жанданып, бүгінгі күндері осы олимпиада өтті. Жалпы осы ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды айтамыз. Біздің Қазақстанның дарынды балаларын дамытып, осындай үлкен ізгі шара өткізді.
Олимпиада очень понравилась. Такие олимпиады собирают талантливых детей со всей страны. Очень понравилась организация, задания и результаты тоже были очень хорошими. Мен олимпиадаға қарқынды түрде дайындалдым. Бізде жаз айында гимназиямызда оқу жаттығу жиындары өтті. Сол жерде мен ағаймен гимназиямыздың химиядан ұстаздарымен жеке дайындалдым. Мен грант алғанымды білгенде өзімді қуанышты сезіндім. Және грант менің болашағыма сенімділікті білдіреді, яғни жоғарғы оқу орнында сіздің оқимын. Осы олимпиаданы ұйымдастырушыларға, гимназиямыздың ұстаздарына алғысымды білдіремін. Жабылудан кейін іштегі сезім сөзбен білдіре алмаймын. Өте қуаныштымын. Өздеріңіз көрген шығарсыздар. По моей улыбке. Дауышы. Я очень рад. Только что закончилась церемония награждения победителей 9-й химической национальной олимпиады имени Куаныша Сатпаева в городе Джезказган. И нам очень приятно, что фонд Улытау в этом году является организатором этой олимпиады. Конечно, без финансовой поддержки доноров, в частности корпорации «Казахмыс», на территории которой, собственно, мы и находимся, этого не произошло бы. И совместными усилиями вместе с Дарыном, вместе с Министерством просвещения, вместе с Акиматом Алтайской области, вот начиная где-то с июля месяца, еженедельно мы собирались, и вот эти вот 4 дня, они являются кульминацией той работы большой организационной, которая была нами проведена. Хотелось очень провести эту олимпиаду именно здесь, где Куаныш Сатпаев очень много работал, где есть его музей, и ребята вот во время отдыха между теоретическим и практическим туром они посетили и исторические места, и посмотрели объекты индустриального туризма, можно сказать так, и все, что связано с жизнью Куаныша Сатпаева. Поэтому мы очень надеемся, что эта олимпиада еще раз привлечет внимание к Алтайскому региону, еще раз как бы покажет вот тот уровень, который могут демонстрировать наши школьники, в частности, девятиклассники, те, для которых химия является любимым предметом. Ну а мы со своей стороны в фонде Улытау всегда с удовольствием поддерживаем подобные проекты.